Всем привет! Сегодня будем делить гейхер. Она уже тут растет 3 года. Ее просто земля вытолкнула на поверхность. Сейчас мы ее выкапываем, и у нас получится очень-очень много деленок. Вот сейчас у нас тут помощники есть с хорошей силой. Все, мы ее выкопали. Сейчас ее вытащим. Вот какой большущий куст. Она уже расползлась по всему. Сейчас мы будем ее обрезать, делить и привозить в нормальное состояние, омолаживать. Ей уже ни питания не хватает, ничего. Ее просто на поверхность выталкивает земля. Вот зеленки. Сейчас вот это будем приводить в порядок. Все сухое убираем. Вот уже детки можно отделять. Тут уже будет деток с ней. Все сухие эти веточки убираем. В прошлом году мы точно так же делили. Вот сколько посадочного материала. Хорошие зеленки. Вот эти листики, они только будут забирать питание. Это прирост прошлого года. Мы эти все старые листики тоже уберем. И останутся молодые зеленочки. Корневую можно немножко тоже укоротить. Все сухое, все кривое, все прошлогоднее, все уберем. Вот эти тоже листики, это прирост прошлого года, только будет забирать питание. Вот, осталась такая молоденькая, хорошенькая зеленочка. Вот это еще не срезала. Тут уже даже от нее вон идут детки, малыши. Вот сколько здесь корней. Оставляем только молоденькое. Вот это все сухое, прошлогоднее, все полностью убираем, чтобы оно не тянуло питание. Вот такая малышка, зеленочка получилась. С ней уже все равно не будет никакого ни декоративного листа, ни красоты, ничего. Потому что гейхеры каждые 3 года лучше поделить. Тогда они красиво и смотрятся, и красивый лист. Это все можно 15. Получается, с одного куста мы оставили 15 зеленок. Это молоденькая. Мы ее сейчас немножечко еще оползет там, где питание возле розы больше, и она туда уходит. О, видишь, куда она идет корешками. Вот сколько здесь зеленочек. Сейчас мы тоже ее поделим, но она малышка, она еще, не будем сильно ее беспокоить.
на место корешочки. Вот так. Сейчас мы ее польем. А это еще куда-то посадим. Вот мы ее поделили. Сейчас подмульчируем, чтобы не пересыхало. Все. Вон какая она красавица. Вот этот листик прошлого года. Это тоже прошлого прироста. А уже это вот в этом году. Сейчас мы ее посадим. Чтобы не пересыхало. Гехеры поделены, посажены. Спасибо, кто был со мной, и до свидания.